На этой неделе в областном центре начали очищать водоотводные канавы от снега. Делается это для того, чтобы весной жителей, проживающих в так называемой зоне риска, не затопило талыми водами. На данный момент сотрудники управления инженерной защиты очищают канавы микрорайонов Репина и Мостовая. Сейчас производим работу на улице Ботанической. В дальнейшем будет переулок Ясневый, улица Российская, переулок Топливый, Пригородная и Звездная. Прочищено около сотни канав. Вывезено 15 самовалов снега. В ближайшие дни для увеличения темпов работ сюда направят дополнительную спецтехнику.